Ой, какой замечательный вопрос. Только вчера отключился от сайта знакомств. Вот реально вчера. Включил я его позавчера. Зарегистрировался, не буду говорить, какой, рекламу не хочу делать. Ну, такой самый такой. Ну, так думаю, ну, а что, пока один, надо, может, кого найду. Что-то начал искать, выбирать, смотреть. Короче, сначала одни фотографии, потом просишь, ну, а может там как-то в полный рост девушку там или еще какие-то другие. Начинают присылать, я в шоке вообще. Там-то... Я это дюймовочка, понимаешь? А я люблю стройных девушек. Там и какие-то и пышки, и какие-то и вот такие вот. И что там? Там какие-то предложения сразу. Типа флирта. Вот это все. Это жесть, ребята. А я взял еще это. Нажал, что присылайте мне смс-ки и пуш-уведомления. Каждую минуту по 60 смс шло. Ну, они, наверное, узнали меня. Ой, а что это вы, Артёс, что это вы здесь делаете? Вы же актер, почему у вас... Реально через 3 часа вырубился. Думаю, не, хватит. Никогда более. Я лучше вон на улице буду знакомиться. В театре, в кино, в ресторане, в клубе.